раскопана дорога и ни одного знака, предупреждающего об этом. Ни одного. Смотрите. Просто едешь спокойно по проспекту на скорости там 50-60 км в час и въезжаешь вот в такую историю. Вот в такую. Нормально, да? И оставляешь здесь колеса. Как я только что и сделал. Итак, мы вот поставили знак здесь и выставляем вот это ограждение, которого не было. Чтобы другие просто не разбивали свои машины. Как я и как еще несколько пострадавших. С заботой о горожанах Тулы. Спасибо нашим коммунальщикам доблестным или кто там дорогу ремонтирует.